Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о новом поколении медиаустройств, получивших название Smart TV. Наравне с теле- и радиовещанием привычным делом стал просмотр фильмов и фотографий, прослушивание музыки и потребление другого цифрового медиаконтента. Но помимо этого, есть еще и сетевые ресурсы, связанные воедино как глобальной сетью интернет, так и локальными сетями, включающие в себя накопители NAS и портативные гаджеты. И уже традиционно для просмотра эфирных трансляций мы пользуемся телевизором, а все сетевые удовольствия потребляем с помощью компьютеров, планшетов или смартфонов. Такие телевизоры, как Samsung Smart TV, могут справляться со всем многообразием медиаконтента, от одиночных файлов до потоковых видеотрансляций, выполнять функцию терминал для доступа к произвольным интернет-сайтам и всевозможным сервисам, в том числе Facebook и Twitter, а также используется в качестве Skype-телефона. Кроме того, устройство отлично работает с локальной сетью, где бы ни хранились фильмы, музыка, фотографии, хоть памяти смартфона или ноутбука. Smart TV найдет их, каталогизирует и сможет воспроизвести. Несмотря на богатейшие функциональные возможности, управлять Smart TV очень просто, благодаря продуманному интерфейсу. Любой человек, освоивший смартфон, без проблем сможет использовать умный телевизор на полную мощность. Не будет преувеличением сказать, что с появлением семейства Smart TV мы получили в свое распоряжение устройство нового класса, нечто большее, чем обычный телевизор. При этом удалось сохранить все достоинства и простоту использования, ставшим уже привычным телеприемником.